Твери ведется уборка пыли и грязи с дорог. МОБЖЭК перешел на весенний режим работы. Предприятие уже начало ремонт дорог горячим асфальтобетоном, готовится к нанесению разметки термопластиком, а также осуществляет уборку смета, который остался после зимы. Как только ночью установится стабильная плюсовая температура, к работе подключат пылесосы. Они произведут уборку дорог в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. К сожалению, пока не удается подключить к уборке смета средства механизации, то есть это подметально-уборочную машину, поскольку в ночное время сохраняется еще отрицательное температурное значение. Но уже, я думаю, со следующей недели техника активно будет использоваться в ночное время, и нам город удастся привести в нормативное состояние в кратчайшие сроки. Также сейчас активно ведется работа по уборке зеленых зон тротуаров от мусора. На территории города задействовано около 150 дворников для уборки смета и мусора на дорогах, тротуарах и зеленых зонах. Ближе к середине месяца начнутся также работы по нанесению дорожной разметки и окраске элементов обустройства дорог. То есть это дорожные знаки, остановки, также будет производиться параллельно с окраской остановок, их ремонт.